Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий. И сегодня мы с тобой поиграем в такую игрушку под названием Oddworld Soulstorm. Играть мы будем за персонажа с именем Эйб. Возглавим толпу мудаконов, которые идут на восстание. Ничего об этой игрушке я не знаю, не играл в предыдущие игры этой серии. Я не знаю ничего вообще об этой игре. И, так сказать, будет у нас с тобой сейчас первый взгляд на эту игрушку. Давай пропустим всю эту картинку, всю эту заставку. Настроим немножечко звуки, так как она что-то очень громко играет. Да, вот так вот сделаем. Речь вот так сделаем. И, наверное, хватит. Так, по графике, что у нас здесь? По графике все хорошо, все здорово. Управление у нас с тобой с контроллера. И давай начнем новую игру. Возможно, нам пока... медитация на ЛТ. Так, красца на ЛБ. Это медитация, это красца. Быстрый бег, это бросить. Приветствие, ожидание, агрессия, пассивность, перемещаться. Ясно, с чего? Прыжок. А? Прыжок. Но это ясно, это Б. Взаимодействие на X и удерживать инвентарь. Я честно не знаю, прям правда тебе говорю, что здесь нас ждет и как мы это все будем делать, но я думаю, мы с тобой это все приучимся, научимся, и все будет здорово. Это платформер. Написано, что 2.9D, я не понял, правда, как это 2.9D, просто обычно пишут 2.5D, то есть это псевдо 3D, а это 2.9. Видим какой-то странный поезд и дронов, которые летят за ним. Я так понимаю, это какая-то тюрьма, что ли, или... Можно? Настроечки, мне опять громко стало, очень громко она орёт. Я сам себя не слышу. Чё происходит? Альф, нужно ехать быстрее! Ничего себе, у них такой паровоз хороший. Я иду полным ходом, Тови, полным ходом! Альф! Кончились у тебя колбочки. Альф, посмотри сюда! Что происходит, вообще непонятно. Чё, Альф, смотреть-то будет? Тоби! Это конец путей, Альф! Все, сейчас мы полетим. Ах ты ж! Ого! Да, что-то у нас начало такое себе, конечно. Альф, что же делать? Что делать? Что делать? Ничего не делать, ждать, когда что-то произойдет. Напомню, что главного героя должны... Да, должны звать Эйб. Эйб держит какой-то камушек и молится на него, что ли. Так, что такое? Что-то такое ощущение, как будто у меня прям кто-то по стене стучит. Хотя, в принципе, не может такого быть. Нам показывают предысторию. Какую-то пустыню... Со снегом, что ли, получается? Или что, снег идет в пустыне в этой? Интересное явление. И я так понимаю, это как раз-таки Эйб и есть. Игра должна быть наполнена специфическим каким-то юмором, что ли. Там написано было, что прям вот такая вот атмосфера здесь будет держаться, очень интересная. И все такое. И якобы играть нужно обязательно на геймпаде, потому что иначе ты и не почувствуешь, и не поймешь, как правильно играть. Ой, ты ранен у нас, мудакон. Название очень интересное у этих человечков, мудаконы. Это такое себе... Вроде не обидно, вроде обидное какое-то название. Ой, ты тут не добежишь, это уже очень далеко. Эйб. Дроны летят, да, за тобой? Ну, видать, да, дроны летят. Он ранен, за ним летят дроны, и ему нужно доставить вот этот камушек Эйбу.
Ну, я так понимаю, да. Ну, выглядит, по крайней мере, это все красиво. Мне очень нравится, как это все выглядит. Но написали, что по графике здесь все очень здорово. Meanwhile. Тем временем Эйб и его последователи, сбежавшие с мясокомбината, нашли укрытие. Наверное, нужно было сначала поиграть в предыдущие части, чтобы хотя бы какой-то лор понять, какой, ну, что здесь вообще происходило и происходит. Блин, на эту кнопочку на старт ставится пауза. То есть нельзя поставить паузу и открыть настройки. Они так и приползли сюда, потом бабах! Слигонавты. Люблю Эйба. Так себе, слигонятина. Потом мы прошмыгнули. Круто. За Эйба. Ура Эйбу. Люблю Эйба. Они это и пьют, этим топят паровозы. Все делают этим. Эта жидкость универсальна. Эйб the savior. Freedom forever. Эйб такой лучше всяких. Написано было, что мы ненароком возглавили восстание, то бишь у нас вариантов-то особо нет никаких. Ты обязан, Эйб. Но я больше ничего о ней не помню. О ком? Тебе не справиться с грядущим, пока ты не освободишься от гнета. Ты должен обрести и принять свой истинный голос, ты должен. Но я видел, она мне вот это сделала. И больше никто не помнит ее или... Ты больше не раб, Эйб. Всю жизнь они были с тобой. Но ты, как и другие, был под заклятием. Вся ваша жизнь была жестоким обманом. И, наконец, лишь узнав горькую правду, вы сбросили эти чары. Теперь нужно стать сильнее. Мы отрекаемся от власти глюконов. Да сгинут что-то там своих товарищей для избранного. Но как мне, твой голос должен заглушить слова лжи. Опутавший тебя обман должен исчезнуть. Чтобы ты был готов вершить судьбу. Но теперь мы свободны, мне нужно время. Его нет. Они послушали тебя, доверились, пошли на зов, и теперь они здесь. Но ты сам еще не знаешь свою силу. Познай ее сейчас или никогда. Ты избежал смертельного плена, но не сбросил оковы, что сам сотворил. Все кончено. Мясокомбината больше нет. Теперь мы свободны. Нет, Эйб, это только начало. Но я так устал. Мы все устали. Медлить нельзя. Мне бы чуть-чуть. Времени нет. Ну, у нас все хорошо. Только у вас и только на время. И ваше время... Что-то стреляют, что ли, или что? Уже истекло. Нас раскрыли! Все, пиздерики, сейчас за нами прибегут и расстреляют. Как бежавших с мясокомбината, нас самих туда и пустят на этот мясокомбинат. На мясо пустят, и все. Сейчас как взорвется, все, полыхнет, и все. Вот это было неаккуратно, да, это ты... Дурачок неаккуратный, ну... Кто же так делает? Нужно было смотреть под ноги, нужно было думать, что ты делаешь. Увы, Эйб, все зависит только от тебя. Пути назад нет, Эйб. Судьба целого народа в твоих руках. Мне нравится, как всегда, вот эти вот такие вот... Какие-то там
маги, волшебники или заклинатели отходят назад, когда знают, что на тебя сейчас все рухнет, они просто отходят назад и вот все, и типа помирают. Сохрани контрольную точку. И что делать-то? Что делать-то? Убеги из горящей пещеры. Камень знаний толкать. Ходьба и бег. Используй L, чтобы передвигаться. Удерживай RB, чтобы перейти на бег. RB это у нас вот-вот эта кнопочка. Ага. Понял. Удерживай, чтобы продолжить. Прыжок на А, чтобы прыгнуть. Хорошо. Забраться на выступ, нажми А, чтобы прыгнуть и забраться на выступ. Подожди, я сейчас немножечко прям громкость уберу. Прям больно громко все, прям кошмар. Звуки на 30-ку, громкость речи на 40. Реально, очень громко, я себя не слышу. Ну, эй, запрыгивай давай. Ну, запрыгивай, молодец. Да что такое-то? Да-то ладно. Просто не очень ориентируюсь сейчас в этом пространстве. Ну, нажимай, нажимай, нажимай. Тушение огня перекатами. Нажми Б, чтобы сделать перекат, если горишь. Хорошо. А это что такое? Автоматическое сохранение прогресса. Я погиб так быстро? Да не может быть. Написали же тушение огня перекатами. Я перекатывался, перекатывался. И что, я умер? Да... Да ладно, да ладно. Да не может быть такого. В нас стреляют, нас что только не делают. А, тушение огня водой. Нажми, удерживай Y, чтобы открыть колесо инвентаря. А затем выбери бутылку с водой. С помощью L прицелись и используй R. Брось ее при помощи RT. RT у нас, опять же, вон та кнопочка. Чтобы потушить огонь. Хорошо. Инвентарь. А у меня нет воды-то. Собрать. Бутылка с водой, 20 штук. Так. Бутылку с водой выбрали. Так как-то должно быть, да? Ну. Почему ты не тушишь огонь? Так, возьмем вот отсюда все. Все, что есть. Еще бутылочки. Еще бутылочки. Ну и давай отсюда заполнено. Все. А там что у нас такое? Ой! Маточное молочко. Найдено маточное молочко. Твой максимальный уровень здоровья увеличен. Угу. Так, а отсюда нельзя выбраться, да? Я понял. Ну-ка, двойной прыжок. Нажми А в воздухе, чтобы сделать двойной прыжок. Это я только что научился. Я понял уже, что двойной прыжок здесь работает. Маточное молочко. Мне нужно вот сюда. Сохранялочка прошла, отлично. Хо-хо-хо! И как я должен был что-то сделать? У меня просто, просто прям передо мной. Я ж испугался, я думал, все, хана. Здесь так все быстро происходит, что нужно... Ориентироваться, как это, прям очень быстро ориентироваться, а я так быстро не умею. Перекладина, нажми А, чтобы прыгнуть на перекладину. Хорошо, нажму А, чтобы прыгнуть на перекладину. О, да это просто. Это очень просто. Прыгай давай. Эйб, давай, у тебя все получится. Почему-то я круги только наматываю, по-моему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Умер! Умер, умер, блин, я так хорошо все же делал, елки-палки. Почему я умер-то так? Так неожиданно, такой молодой, такой красивый и умер. Так, а это что такое? Что, прыгнуть на перекладину? Да это я уже научился, да, я помню. Ну ничего страшного, сейчас с первой, со второй, с третьей попытки, да мы пройдем все.
Беги, 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 беги. Он так кряхтит, смешно. Автоматическое сохранение. Это меня не может не радовать, конечно же. Ой-ой-ой-ой-ой! Стреляют! Затушил. Затушил, сохранился. Прыгнул, 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 прыгнул. Два раза прыгнул. Все, прыгнул. Вообще выиграл игру. Я видел, там что-то лежало в коробочке, но мы туда возвращаться не будем. Ради какой-то коробочки мы возвращаться не станем. Подожди. Тут есть время подумать. А убеги и спустись... Так, подожди, а как мне задание посмотреть? Убеги из горящей пещеры, не останавливайся, спустись, найди... А, спустись, чтобы найти, как пройти дальше. Убито мудаконов 300. Спасено мудаконов 300. Убито слигов 0 из 15. Понял. А, найден 0 из 4 секретов. Нужно одного до бронзы. Мусорщик 4 мусорных контейнера. Ладно, мы сюда особо смотреть не будем. Так, что там можно внизу найти? Ну, посмотри, там что в мусорке-то? А, мне нужно водичку бросить туда, вот водичка. А, мне можно водичку-то и не бросать. Зачем мне воду бросать, если здесь, в принципе, и так все само гаснет. Секретная зона найдена. Сохранялочка прошла, отлично. Хопа. А где мне здоровье-то? А, здоровье, вот оно, сердечко. Я собираю мусорные ведра, хоть и знаю, что у меня все заполнено, просто для того, чтобы... Для того, чтобы у меня считала игра, что я нахожу это, и какое достижение, там, может, что-то будет еще. Взрывной коктейль. Это вкусный и огнеопасный напиток от Soulstorm. Липнет к чему попало, смотри, не облейся. Поможет тебе не только зажечь на вечеринке, но и сжечь ее дотла. Так, набрал 18 штук. И что мы можем делать? Бросить тоник, поиграй с огнем, воспользуйся стихией огня, чтобы сжечь препятствия на пути. Брось бутылки с тоником к костру. Они воспламенятся и сожгут деревянную стену. Договорились. Ну, я вот эту мусорку хотел еще обыскать. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Чуть это... Чуть думал, не бросил. Нормально, нет? Еще надо бросить? Я же бросаю. Потратил столько тоников впустую. Так, давай лучше водичку возьмем, чтобы она у нас была. Все? Нет? Ворота-то сгорели? Видать, сгорели. Да это что такое? Я не приучился еще к джойстику, представляешь? Хватит кататься. Сохранился. Подожди, я хотел вниз спуститься. Посмотреть, что у нас в мусорке. Бутылка воды пополнилась. Здесь что у нас? А, здесь ничего полезного нет. Еще один костер, еще одно препятствие. Мы здесь тоник бросаем. Ну. Оно горит какое-то определенное время, или же я могу просто взять и затушить водой, чтобы оно разломалось? Да, могу затушить водой, оно разломается. Так, смотрим, что здесь у нас. Система блоков. Чтобы использовать систему блоков, нажми на X. X это вот это. Для взаимодействия. Затем нажми на L для передвижения блоков. Когда закончишь, нажми X еще раз, чтобы перестать использовать блоки. Понято, принято. Использовать, давай, использовать. А, да, понял, как это работает. Ой, как это было громко. Как это было неожиданно. Смотри, как он резво дергает эти блоки. Он прям вообще, у него все хорошо так получается. Погнали. Погнали дальше. Сохранялочка прошла. Еще одна, отличненько. Еще одно улучшение для здоровья. Да это же вообще... Ой-ой-ой, сейчас меня стрелять начнут. Так, что у нас в мусорке-то? Бутылка воды.
А здесь что? 13 из 20 мы мусорных контейнеров использовали. Там посмотрели, что там в них находится. Еще чуть-чуть. Так, еще чуть-чуть. И мы сможем получить это достижение. Секретную зону мы получили. Опа. Это у нас блоки, опять же. Все взрывается, все бомбит. Где мы находимся-то хоть? В какой пещере-то мы находимся? Здесь не хватает еще орков из Хоббита. И будет полный этот аншлаг просто. Прям реально, настолько всего много, что... Такое огромное пространство, открытое пространство, хочу заметить. Все ломается, все взрывается. Что-то происходит. Автосохраняется. Так, а внизу у нас что? Внизу у нас какое-то пространство открытое. Точнее, не открытое, а закрытое. Секрет, что ли, какой-то? А что это такое-то? Подожди, мне кажется, это что-то... Нет? Нет, видать, нет. Это, видимо, просто... Это я придумал для себя. И там ничего полезного-то нет. Ладно, побежали дальше. Осталось 0, спасено 0. Потери 0. Самое главное, что потери 0. Кто это там смотрит? Это снайпер-пулеметчик. Он сейчас в меня прицелится и стрелять начнет. Что ты будешь делать? Хватит в меня стрелять. Я сейчас в тебя сам начну стрелять. Ой! Я не допрыгнул, представляешь? Не допрыгнул. Досадно, обидно, ну ладно. Бутылка воды. Осталось 300 из 300. А куда мне нужно бежать? Мне нужно бежать как раз-таки вон туда, наверх. Да? Да. Хотел только сказать, что, наверное, он до нас сейчас не достреливает, но... Он начал в нас стрелять. Так, подожди, вот сюда вот нужно подойти и собрать мусорку. Что-то интересное. Вдруг на самом деле... Блин, башкой ты зачем стучишься? Тихо. Вот здесь встаешь. Вот сюда кидаешь. Ну, почему ты не тушишь огонь-то? Угу. Молодец. Молодец. Грибочки какие-то. Слушай, прикольно сделан, мне нравится эта игра. Мне реально она нравится. Она реально такая приятная, она в управлении приятная. Нет какого-то такого, знаешь, напряжения постоянно, что ты что-то не то нажмешь. Ну, может быть, это просто я расслаблен достаточно играю, но... Думаю, что управление здесь очень хорошо сделано, поэтому у нас никаких проблем не возникает. Разбей ящики, нажми на X, чтобы разбить ящики кулаком. Ящик кулаком и собрать бутылки из-под тоника. Хорошо, давай соберем бутылки из-под тоника. А зачем они же у меня есть? Да. Да что такое-то? Только сказал про управление, что все хорошо, и, блин, начал косячить. Все заполнено, говорит. Так, а здесь у нас что? Мусорки, мусорки, конечно. Найдена секретная зона, бутылки воды. Угу. А что здесь секретного такого, что прям аж... Об этом так официально заявили. Мне кажется, здесь не было ничего секретного. Так, подожди, это не та кнопочка. Вот эта кнопочка должна быть. Да я же бросил вот в костер прям. Давай возьмем тоники, чтобы у нас хватило нам на будущее. Так, ну прыгни ты вон туда. Молодец. Так, 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 так. Ну! Нет? Серьезно? Он до сих пор не загорелся? Все! Неужели? Вот с прыжками, конечно, здесь не прям уж. Здорово. Все, обрушилось. Берем водичку, тушим все это дело. Все наши старания тушим. Немножечко здоровья мы потеряли, но в этом нет ничего страшного. Ой, не, вниз мы точно не пойдем. Там внизу шипы.
Все взрывается, бежим скорей, 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 скорей. Не дамся я живым, твою мать. Ну, мертвым, значит, дамся. Представляешь? Он не зацепился. Хотя, может, он зацепился, это я просто лишнюю кнопку нажал, и он решил не зацепляться. Где тут? Вот она. Все, мы, наверное, пробежали все-таки эту смертельную тропу. И, наверное, нужно нам сохранение сделать. Давайте сохранение. Я хочу сохранение уже. Ползем. Сохраняемся. Чего? Чего? Чего никогда не сохранишь? Я только что сохранился. Ха-ха. Приколюха. Используй бутылки с водой, чтобы потушить огонь. Так я уже это сделал. Почему у меня задача не выполнена оказалась? Выжили, убежали со стычки в Мансайк. За 13 минут. А почему у меня запись уже идет 26? Не знаешь? Я тоже не знаю. Неплохо. Спасено мудаконов 300 из 300. Отлично. Так, перейти к следующему уровню. Давай мы еще один уровень, наверное, пройдем. Если он тоже будет проходиться минут 15. И закончим на этом. Да спаси его, он умирает уже. Давай, пойдем, пойдем, эй. Ты чего? Что происходит? Что происходит? Вообще, что происходит? Чего? Эйп! Эйп! Ты меня знаешь? Эйп! Скоро весь наш мир будет знать о тебе! Прости, я не знаю, как тебе помочь. Целоваться хочет. Но ты поможешь всех спасти. Я думал, у меня не вышло. Думал, я не найду тебя. Но вот он ты, Эйб. И это ты меня нашел. Сам нашел. Мне так жаль. Я не в силах тебя спасти. Но ты ошибаешься. Ты можешь спасти всех. Остальные, они умирают. Кто? Твои последователи. Они не знают. Никто не знает. Не знаю чего. Ты должен найти. Должен найти хранителя. Ну, найдем хранителя, ничего страшного. Ну нет, я подумал, наверное, мы с тобой сейчас закончим на этом серию, потому что полчаса, я думаю, как раз-таки самое оно для серии по такой игре. С учетом того, что это просто первый взгляд, а не прохождение. Опять же, на прохождение я пока не знаю, будем ее брать или нет. Что-то, видать, ценное в этом кулечке завернуто, потому что что-то как-то вокруг него все суетятся. Дружок наш помер, и теперь на нас ответственность донести вот этот вот этот сверток хранителю какому-то. Ребята!
Все, он умер. Что ты? Глаза ему только есть закрыть. Но у тебя нет вариантов, иди давай. У тебя нет другого варианта, ты не можешь здесь остаться и смотреть на него вечно. Тебе сказали, найди хранителя, все. Иди ищи хранителя. Да? Да. Да. Грустная история, конечно, но... Думаю, в итоге-то получится все очень даже неплохо. Все-таки хэппи-энд должен быть в этой игре, поэтому... Если тебе понравилась игра, ставь лайк, обязательно подписывайся на канал, пиши комментарии, нравится, не нравится такая игрушка, и будем мы ее проходить с тобой или нет. На этом давай с тобой прощаться, спасибо за просмотр, и увидимся с тобой в следующей серии. Ну, опять же, после того, как мы досмотрим вот эту вот заставку. Ну, видимо, здесь прямо на заставках все построено. То есть прям кино смотреть будем. Постоянно смотреть кино между каждым уровнем. То есть поиграть нам будут давать прям... Что они делают? Неужто сбежавшие полудурки сожгли свое убежище? Полнейшая глупость. Но, видимо, и правда сожгли. Это кварма за то, что сожгли комбинат. Ладно, сперва размажем синего уродца. А потом займемся моей репутацией. И вернем уважение инвесторов картеля магогов. У меня одних мурашки, босс. Поэтому мы здесь. Нужно добраться до Эйба, пока они не добрались до нас. За дело. Приказывай своим слигам окружить местность. Я не позволю снова прошмыгнуть мимо меня. Принято, босс. И давай прощаться. Всем до скорой встречи в новом видео. Пока.